слушай, итак, есть вопросы? Давайте. У меня вопрос, на самом деле, не по страхам, но очень важный. Ну, давайте. Да. Как родителям донести, что ребенку нужен психолог? Я понимаю, что если до родителей это не дойдет, он не пойдет. И, ну, если, может быть, хоть какие-то намеки, кроме прямых указаний. А я вот, знаете, такая сейчас буду хитренькой и спрошу у вас, а как вы говорите, что ребенку нужен психолог? Давайте, расскажите. Я логопед, поэтому ко мне уже изначально с проблемами приходят. Я говорю, что комплексно нужно работать с разных сторон. Нежелательно, а нужно сходить, обратиться к неврологу, к психологу. Ну а там уже психолог сама отцепляет. Да. Понятно. Так, а еще, как? Кто как вот думает, например? Я пробовала один раз, спрашивала, замечали ли там у ребенка какие там проявления, что он вот так себя ведет, вот так ведет. Mm-hmm. Если вам соглашается, то я аккуратненько коррегирую. Ага, отлично. А еще? Может, еще кто-то? Ну, скорее от ситуации. То есть, если что-то произошло, мы обсуждаем ситуацию и говорим, что, ну, возможно, здесь нужна рекомендация, ну, там, психолога. Но, опять же, Это не помогает. Сказать, знаете, я некомпетентна в этом вопросе, а вот можно к психологу, она вам точно хорошо расскажет. Это если есть запрос от родителей, а если нет запроса, то есть если, ну, как бы родитель вас спрашивает, а чем бы помочь, тогда можно. А когда родитель с каменным лицом говорит, да, я знаю, и все. Или первый раз такое. Или первый раз вообще такое, хотя это при тебе уже было раз 15. Ну, то есть вот когда... Дома все нормально, это уже... Да, когда лицо вообще не дергается, ни одна мышца у человека. И нету мысли, чтобы что-то изменить. Ну, я услышала про то, что перевести как бы стрелки сразу на психолога, да? Ну, на самом деле, да, это сделано. Но я хочу сказать, что когда я работала в школе, я прям там это развела эту психологическую деятельность. Но я, наверное, была одна из тысячи, которая там переставила парты, там все сделала, какие-то плакаты, еще что-то. И нам повезло, что вот у моей дочки тоже в школе, она учится в Троицке, там тоже психолог, которая была нацелена на помощь, действительно. Она не просто была там для галочки, или там она там по соседству еще вела группу проблемного дня, а на самом деле она прям действительно была. Если все-таки лучше обобщить, сказать, у нас сейчас дети, ну как мы для того, чтобы понимать детей, нам важно их продиагностировать или сказать, что вы знаете, мы хотим узнать их гораздо больше, то есть, а для этого нам нужна, может быть, помощь еще одного специалиста. Очень хорошо это делать вот на начальном этапе. Да, но если вы в процессе увидели, что там проблемный ребенок, нужна все-таки вот какая-то вот информация по ребенку более детальная. Если вдруг мама сказала, ну, у нас там нам гиперактивность ставили, сейчас у нас этого нет. А если вот она, например, говорила, что мы обращались и там специалисты, там все говорят, все нормально, но на вид приятные проявления. Вы можете сказать о том, что есть вот и прям по симптомам, знаете, вот есть вот такая история, может быть, все-таки мы посмотрим еще раз, то есть обратимся еще раз вот к нашему специалисту, потому что есть такие нюансы. Если он скажет нет, вот категорически нет, ну вот здесь будет большая сложность с тем, что уже от мамы зависит, она же дает разрешение. На то, чтобы. Тогда уже нужно разговаривать прям детально, потому что ребенок, к сожалению, не успевает, мы хотим только на лучшее, с вас подвинуть на лучшее, поэтому, к сожалению, нам нужна либо какая-то программа, либо что-то индивидуальное, да, то есть мы готовы с вами поработать, но нам нужна помощь других специалистов. Мы не отказываемся от вас, то есть он замечательный, но в таких случаях, да, в таких случаях, если там действительно еще и психиатр нужен, вы видите, то тогда нужно обязательно все-таки вот прям реально разговаривать, не надо играть там кошки-мышки с мамой, нужно говорить, вы знаете, есть такие нюансы, потому что мы готовы вам помочь, но только при помощи других специалистов. Спасибо. Ну что, и вам спасибо большое. Спасибо большое. Мне кажется, это было очень интересно. Давайте еще громче.